Итак, чему мы научились? Внимание. Хорошо. Голос и жест. Да. И что самое важное? Эмоции. Итак, теперь, когда ты знаешь основные секреты успеха чирлидера, я хочу тебя послушать. Ура! Ой, ты так собираешься за меня болеть? Громче! Ура! Громче! Ура! Громче! Ура! Слишком громко? Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лора Фауст. Ура! Продюсер Сара Уолл. А теперь перейдем к первой стадии. Вторая стадия. Звуковая радуга. Переходим к третьей стадии. Звуковая радуга. Давай! А, последняя. Девочки, спасибо большое, что помогли мне привести в порядок все эти книги. На выходных я училась. Радуга, ты лучше всех. Ну как, я справилась? Простите за это, леди. Но выступление оставляет желать лучшего. Вообще-то не все так плохо. Мне очень даже понравилось, как ты крутила облаками. Я не говорю о своем выступлении. Я говорю о твоем. Ты плохая болельщица. Скажите, из-за чего вы ругаетесь? А мы разве ссорились? Прости меня. Жаль, что вы не можете полететь со мной в Клаудсдейл. Там проходят соревнования юных летунов. А что это? Лучшие летающие пегасы соберутся, чтобы показать свои самые интересные трюки. Будет скорость... Я бы посмотрела, как ты выступишь на этом соревновании. Да, жаль, что вас там не будет. Флаттершай хорошая подруга, но болельщица из нее никакая. А я бы хотела взглянуть на звуковую радугу. Это самое лучшее, что можно увидеть. Хотя я этого и не видела. Ну и ладно, это же звуковая радуга. Она по определению не может быть скучной. А что такое звуковая радуга? Тебе надо чаще отдыхать. Тогда ты бы знала о легендарной звуковой радуге. Когда радуга набирает максимальную скорость, бум! Звуковой удар, и тут же появляется радуга! И радуга единственная пони, у которой получается этот трюк. Это было давно. Я была еще совсем маленькой. Да, но ты все равно это сделаешь, да? Ты шутишь? Я самая талантливая пони во всем Клаудсдейле. Я даже во сне могу сделать звуковую радугу. Ух ты! Если у тебя это выйдет, ты точно получишь золотую медаль. Главный приз – один день в компании Чудо-молний. Целый день полетов с моими героями. Мечты исполнятся. Ура! Мне нужно отдохнуть. Но, знаете, нельзя перенапрягаться. А ты, наоборот, продолжай тренироваться. Я хочу, чтобы болельщица соответствовала моему высокому уровню. Она 100 раз пыталась выполнить этот трюк, но у нее не получалось. Я не уверена, что моей поддержки будет достаточно, чтобы подбодрить ее. Что ж, придется наводить порядок снова. Давай, давай!
Давать что? Найди заклинание, которое поможет нам, бескрылым пони, попасть в Клаудсдейл. Разве ты не видела, как она нервничала? Нервничала? Ты ничего не путаешь. От нее шуму больше, чем от целого оркестра. В этом вся радуга. Послушай, я устроила не один показ мод, чтобы победить боязнь сцены. Мы должны сделать все возможное и быть вместе с радугой. Как я найду заклинание на полет в этом беспорядке? Заклинание на полет? Одну секунду. Страница 27. Как ты это сделала? Она упала мне на лицо, когда меня отбросила в шкаф. Вот оно. Заклинание, которое позволит земным пони летать на протяжении 3 дней. О, похоже, это совсем непросто. Не уверена, что у меня получится. Хотя бы попробуй. Ладно. Кто из вас готов стать подопытным кроликом? Я готова. Я все сделаю для радуги. Начали. По-моему, получилось. Тебе нужно научиться быть более уверенной, Флаттершай. Не бойся говорить. Так, так, так. Что это у нас тут такое? Это наша давняя подруга Радуга Дуга. Выгнали из очередной летной школы. Ниоткуда меня не выгоняли. Смирись, Дуга. В летных школах слишком много правил и слишком короткий тихий час для тебя. Ну да, спроси ее о звуковой радуге. Это все старые сказки. У тебя никогда не получится сделать ничего. Вот сейчас вы сами все увидите. О, простите. Я учусь быть более уверенной. Она докажет вам, что умеет делать звуковую радугу. Не умеет. Звуковой радуги не существует. Тогда прилетайте в Клаудсдейл и посмотрите сами, если сможете. Не волнуйся, мы прилетим. Там мы увидимся, радуга-дуга. Ты это видела? Я была уверенной. Эти ребята правы. У меня ничего не получится. Но, Радуга, если у тебя не получилась музыкальная молния 100 000 раз во время тренировок, вовсе не значит, что ты не сделаешь ее на стадионе. На глазах у нетерпеливых, кричащих, придирчивых болельщиков. Что мне делать? Все увидят мое фиаско. Чудо-молнии не возьмут меня в свою команду, а принцесса Селестия отправит меня жить в вечно зеленый лес. Моя жизнь кончена. Звуковая радуга – это очень редкий трюк. Там Рарити. Рарити, ты летаешь? Ну, судя по всему, да. Потрясающие крылья, правда? Это искорка сделала. Я в полном восторге. Что вас так удивляет? Мы не могли оставить нашу любимую летающую пони без должной поддержки. Мы... Глазам своим не верю. Это невероятно. Это так здорово. Вы это сделали? Точно? Стойте. Как вы это сделали? Только пегасы могут взлететь на облака. Чудесно, правда? Я нашла заклинание, которое дает временные крылья. Но оно оказалось слишком сложным. Поэтому я нашла заклинание попроще. И вот мы здесь. И мы прилетели поддержать тебя. Если честно... Я уже начала нервничать, совсем капельку, но теперь, когда я увидела вас, мне стало намного легче. Эй, у нас еще есть время до соревнования. Давайте мы с Флаттершай покажем вам Клаудсдейл. Вот он, самый лучший город на небесах. Пегасы родом из Клаудсдейла. Подождите меня. Эти крылья великолепны. О, спасибо. Осторожнее с этими крыльями, Рарити. Они сделаны из тонкой паутины и утренней росы. Они очень хрупкие.
Не волнуйся, Искорка. Я уверена, что от излишнего внимания они не испортятся. Раз уж мы здесь, я бы хотела увидеть, как делают погоду. Прекрасная идея! Вперед, девочки, на фабрику погоды! Здесь производят снежинки. Каждая снежинка сделана копытами. Как видите, это кропотливая работа. О, отсюда снежинки кажутся еще красивее. Нам лучше пойти дальше, пока Рарити не испортила зиму и не вызвала засуху. Здесь делаются радуги. Да, радуги не славятся приятным ароматом. Ого! Откуда такие великолепные крылья? Я тоже хочу! Да, я понимаю, почему. О, эй, смотрите, это же снова дуга! Да, радуга! Это проблема! Рарити, зачем ты с ними разговариваешь? О, радуга, им просто понравились мои крылья. Да уж, забудь о звуковой радуге. Лучше найди себе такие крылья и успокойся. О, девочки, давайте посмотрим, как делаются облака. Не слушай их. Ты победишь в этом соревновании, я уверена. Издеваешься? Я не смогу сделать звуковую радугу. Ты посмотри на эти старые, поношенные крылья. Я проиграю. О, вы об этом? Что ж, не стесняйтесь, можете фотографировать меня. Рарити, мы должны поддержать радугу, понимаешь? Убери свои крылья и не воображай. Как ты можешь просить меня убрать это совершенство? Ничего себе! Радуга, что с тобой? Ты в порядке? Выглядишь не очень хорошо. Конечно. А что тебя удивляет? Всех настолько очаровали крылья Рарити, что никто и не заметит мой фантастический провал на соревновании. Эй, у меня есть идея. Ты должна участвовать в соревновании. Да, я бы любовалась тобой весь день. Здесь нет ни одного пони, который умеет управлять своими крыльями так, как это делаю я. Возможно, я могла бы... Что? Что же мне делать? Теперь я точно не смогу победить! Ух ты, похоже, это я. Итак, участник номер 4, вперед.
У меня 4-й номер, но мне нужна еще одна минуточка. Будь добр, пропусти кого-нибудь вместо меня. Послушай, мне все равно, чей сейчас выход, но кто-то должен выступать. Я пойду. А что же мне делать? Мне понравился 7-й номер. Не просто сделать 15 кувырков подряд. А мне понравился 10-й номер. Кажется, она очень милая. А почему мы еще не видели выступления Радуги и Рарити? Соревнования заканчиваются. 15-й номер, вперед! Рарити, готова! Послушайте, леди, я не знаю, что вам сказать. Времени осталось только на одно выступление. Если вы обе хотите летать, то придется это сделать дуэтом. Ну что, Радуга, полетели? И сейчас финальное выступление. Участница под номером 15. И, конечно, участница номер 4. Удачи тебе, дорогая Радуга. Покажи им класс. Надеюсь, ты не против, что я изменила музыку без спроса. Рок-н-ролл совершенно не подходит к моим крыльям. Давай, Радуга, у тебя все получится. Главное помнить порядок. Первая стадия. Молодец, Радуга-дуга! Теперь вторая стадия. Смотрите, вторая стадия получилась. Теперь грандиозный финал. Я подлечу к солнцу и украшу своими прекрасными крыльями весь Клаудсдейл. О, они этого никогда не забудут. Похоже, это мой последний шанс все изменить. Третья стадия. Звуковая радуга. Ну, крылья, не подведите меня! Любуйся мною, Эквестрия! Это я! Рарити! О, нет! Не может быть, ее крылья сгорели! Перед всеми вами за то, что я чрезмерно гордилась этими прекрасными крыльями. Похоже, я была не права. Мы тебя любим, Рарити. Да, все в порядке, не волнуйся. А больше всего мне стыдно за то, что я решила участвовать в соревновании, к которому ты так долго готовилась.
Ты сможешь меня когда-нибудь простить? А, все в порядке. В итоге все сложилось удачно. Вот только я не смогла поговорить с чудо-молниями, когда они были рядом. Неужели? Ты та самая пони, которая нас спасла? Мы хотели встретиться с тобой и поблагодарить. Неужели? Принцесса. Здравствуй, Искорка. Я приветствую вас всех. Принцесса Селести, простите, что я испортила соревнование. Знаете, я считаю, что радуга заслужила главный приз. Я все знаю, моя дорогая. Поэтому за невероятную храбрость и за прекрасную звуковую радугу я присуждаю звание лучшего юного летуна Эквестрии, победительницы этого года, мисс Радуги. Неужели? Итак, Искорка, что нового ты узнала о дружбе из этого приключения? О, принцесса, мне кажется, Рарити узнала намного больше. Это точно. Я поняла, как важно всегда прочно стоять копытами на земле и во всем поддерживать друзей. Прекрасно. Молодец, Рарити. Это и правда самый лучший день! Эй, Дуга! Радуга! Да, прости, Радуга. Мы хотели поздравить тебя с красивой победой. Твоя звуковая радуга великолепна! Спасибо, ребята. И прости нас, что мы всегда тебя дразнили. Не волнуйтесь. Все в порядке. Эй, не хочешь с нами полетать? Может, покажешь нам, как получился этот трюк? Простите, ребята. Но у меня планы. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».